Сегодня с 7:30 глава региона Сергей Морозов работает в Радищевском районе. И вот первые новости от нашего корреспондента. Прямо сейчас Сергей Морозов обсуждает вопрос развития малого и среднего бизнеса на площадках Радищевского предприятия. Всего час назад было проведено большое совещание, посвященное вопросам повышения качества оказания медицинской помощи. Так вот, именно там Сергей Морозов озвучил новые кадровые перестановки. Министр финансов региона Екатерина Буцкая переведена на должность руководителя территориального фонда обязательного медицинского страхования. Губернатор подчеркнул, что сегодня фонд нуждается в глобальных реформах, и для этого необходимы сильные руководящие кадры. Так вот, именно Буцкая в период до конца 2020 года должна начать эти самые реформы и улучшить работу фонда. Сегодня же Екатерина Владимировна уже представила программу работы фонда до конца этого года. Наш корреспондент Артем Петров продолжает работать в Радищевском районе. Ждем расширенной информации о кадровых перестановках в областном правительстве.